стрелял, конечно, что. Мне кажется, что многие хотели со мной поиграть бы хотя бы раз в какую-нибудь игру вместе. И для этого я сделал свою игру. Здесь есть абсолютно все. Автоматы, команды, киллы за счет таблицы лидера. Все есть вообще. Это игра Dazzer Tag. Ну, Lazzer Tag я перепутал, когда называл. Да. Поэтому лайк, подписка. Кто хочет поиграть, пишите Dazzer Tag, стрелялка. Или просто заходите, пишите мой профиль, заходите в мой профиль. Или просто вот так вот заходите в мой профиль, и тут у меня, как бы, креатионс, и тут у меня будет мои. Но самое прикольное — это Dazzer Tag. Поэтому давайте играть Dazzer Tag. Также здесь есть небольшое описание. Топ-стрелялка от ютубера. Топ-шотинг гейм for ютубер. Николай, у которого есть еще канал. Так, и давайте фейвориты добавляйте. Тут добавлять колокольчики, лайки ставьте и все вообще ставьте. А мы начинаем. Сейчас мы протестируем хотя бы одну игру. Ну, хотя бы одну катку сыграем. Только сейчас тут вообще нету людей, поэтому как бы просто покажу вам текстуру и все такое. Здесь есть донат, ядерная бомба, если вы ее купите, то она будет всех убивать в течение 10 или 20 секунд. Это топовый калаш, он на один раунд дается. Ну, если что, он плохо работает, поэтому, возможно, вы его даже не получите. Поддержите, но это чтобы помогли, а бессмертие, это тоже я не знаю, это плохо работает. Но ядерная бомба, наверное, будет работать. Поэтому лайк, подписка, мы залетаем. Залетаем, открыть Roblox, клиентик. Вообще лагов не должно быть, это доступно на VR-очках, на вообще на всем доступно, на всех устройствах, кроме консоли. Но на консоли скоро мы сделаем новое обновление, ну я сделаю, и добавлю его. Ну и мне иногда помогает YouTube. Поэтому так. Ну, как вы видите, быстро очень реально заходит. И у меня зашло. Здесь есть розовая команда и синяя команда. У меня почему-то запустилось за розовую. Их выбирать, наверное, ну, я не знаю, походу нельзя. Ладно, шучу, я знаю то, что их нельзя выбирать, потому что... Все. Я зашел вот так вот. Тут от третьего лица нельзя, это жалко, конечно. Ну, потому что мы не сделали с моей группой. Это будет довольно сложновато. От третьего лица это вообще очень сложно. Тут у нас есть пасхалка Roblox, светящийся это, светящаяся вот эта штука. Вот как стреляют обычное оружие. Короче, можно перезаряжаться. Графика топовая, вот так вот стреляет пистолет, короче. Отдача есть, киллы тоже можно засчитывать. Только таблицы лидеров здесь нету. Если хотите, чтобы я добавил таблицу лидеров, то лайк, подписка, если вам вообще понравится игра, если кто-то будет сюда донни, кто-то будет играть, то хотя бы где-то 1000 человек чтобы играло, вот тогда я сделаю таблицу лидеров. Как бы, вот. Игра, заходите, я буду очень часто в нее играть, прям реально очень часто, возможно, даже стримы буду по этой игре вести, но я точно не знаю, поэтому лайк, подписка, и всем пока, заходите.